Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня я вам расскажу, что нам вчера прилетело новое обновление. И теперь у нас все заработало. А еще Соединенные Штаты разложили станции на компанию Xiaomi. И в связи с этим на ноябре есть месяца. У нас по-прежнему будут работать Google функции. А потом они не будут работать как Huawei. В последнем объявлении обновили плавность жестов и систему безопасности. Теперь нам нужно ждать нового объявления, которое, возможно, будет 12.5. В нем же будет 11 Android с множеством новых функций. А еще после ноября месяца, возможно, вернут заминку меня, которая, возможно, будет записывать все разговоры. Но это не точно. Мы обнялись с Ириона Великобритании. Приключите свои телефоны. И, возможно, вам придет обновление. Но это не точно. Система после обновления стала красива. Работать. Стали плавнее жесты. И компания познакомилась о нашей безопасности. Всем пока!